Добрый день, дорогие ребята. Я Дунганова Ольга Евгеньевна, преподаватель студии изобразительного искусства, архитектуры и дизайна Республиканского учебно-методического центра эстетического воспитания «Баладжан». Как изобрели бумагу? В 105 году в Китае человек по имени Цай Лун изобрел бумагу. Она была так дорога, что книги ценились чуть ли не на вес золота, поэтому рецепт ее изготовления держали в строгом секрете. Они растолкли волокно древесины и кусочки тряпок, смешали их с водой, а затем получившуюся массу разложили по лоткам, высушили и разгладили с помощью тяжелых камней. Потом о секрете изготовления бумаги узнали арабы. Примерно в XII веке бумага появилась в европейских странах. Ее стали использовать для письма вместо пергамента и папируса. Возможности бумаги. Бумага оживет в твоих умелых руках, когда ты узнаешь о возможностях знакомого материала и освоишь новые техники. Плоская бумага станет объемной поделкой. Сегодня мы будем заниматься аппликацией и изготовим вот такую куклу-закладку, которая может пригодиться и вам в учебе, и может быть достойным подарком для тех, кто любит читать. Нашей куклы-закладки нам понадобится бумага размером 15 на 15 двух цветов, белый, черный цвет и полосочка для декорирования. Можно использовать ленточку. Итак, размер головы примерно 3 сантиметра. Можно воспользоваться циркулем или предметом любой круглой формы. В работе мы используем обязательно линейку. Итак, основа нашей закладки – это вот такая круглая голова и шея. Сантиметр на 10 полоска. Вырезаем ровно. Аппликация – очень популярный вид бумажной пластики. Но в нашей работе мы будем разные элементы, разные возможности использовать. И оригами, и аппликацию. Таким образом, приклеиваем шею, основу нашей куклы, к голове. Следующий этап. Мы с вами должны будем сделать волосы по внешнему краю. Обводим карандашом, вырезаем. Желательно использовать плотную бумагу для этой работы. Основа. И примерно 1,5 сантиметра на 3 это будет челка. Ровно по форме обводим верхнюю часть, вырезаем. Можно сделать несколько прядей. Верхнюю часть нашей куклы – это челка. Можно использовать карандашный клей для этой работы. Выполняем очень аккуратно. И сзади волосы
подровнять немного. Хорошо. Основа нашей куклы закладки готовы, переходим к следующему этапу. Нам необходимо изготовить платье. Вот у нас два цвета листочка, можно их между собой склеить в верхней части листа. Как я уже сказала, размером 15 на 15. Можно взять, в общем-то, цвет может быть любым, но вот я использую желтый, оранжевый и зеленый. Это контрастные цвета, чтобы платье было ярким. И помещаем на середину и аккуратно заворачиваем. Вот посмотрите, несколько раз повернули одну сторону, теперь также аккуратно вторую и формируем платье нашей куклы-закладки. Следующий этап. Аккуратно сворачиваем прижимаем пальчиками и следующий этап. Стараемся, чтобы у нас равномерно, симметрично плечо правое и левое было. Так, лишнее можно обрезать или отвернуть вот таким образом, либо отрезать. И вот так отворачиваем. Можно подклеить. Прижимаем пальчиками. И вот основа у нас готова. И теперь можно ее украсить и декорировать. Для пояса вы можете взять любую полосочку декоративную, можно использовать тесьму. Если у вас не найдется вот такого яркого живописного пояса, можно его декорировать, раскрасить фломастерами. В этой работе также вы можете использовать пайетки плоские, если они у вас есть. Пуговицы равняем, приклеиваем. Можете использовать еще тесьму. Разные элементы или разные материалы замечательно смотрятся в закладке. Вот так аккуратно. По воротнику мы декорируем тесемочкой. Слово «декор» означает «украшать» с латинского. Вот. Аккуратно заправляем, подклеиваем, стараемся делать все предельно аккуратно. Заправляем вовнутрь. Если клей попал на руки, можно удалить влажной салфеткой. И продолжаем аккуратно изготавливать нашу закладку. Из остатков можно вырезать цветочек. В цвет пояса. Если у вас есть фигурные дыроколы, вы можете их задействовать в этой работе. В общем-то, можно декорировать всем, чем угодно, что у вас есть под рукой.
Можно прическу изменить. Я думаю, что девочкам очень интересно будет выполнять эту работу. Ну и не только девочкам, ребятам тоже. Можно сделать куклу мальчика. И вот украсили волосы. Теперь можно нарисовать лицо. И здесь вы уже используете ручки. Рисуем глазки. Ресницы. Носик. И маленький рот. Такой очень изящный, красивый. Так, ну и вы можете еще декорировать платье, покрыть его ручкой мелкий цветочек, горошек, рисовать какие-то декоративные элементы сари этого красивого платья. В разных местах можно использовать ручки цветные. Есть гелевые, блестящие, фломастеры. Все, что у вас есть. Таким образом, наша работа подходит к концу. У нас получилась замечательная закладка. Вы можете изготовить не одну, а несколько и подарить своим друзьям и близким. Наш урок подошел к концу. Спасибо за внимание. Желаю творческих успехов.